Очень вкусное сочетание нежного вкуса лепешек и свежих ягод малины не оставит вас равнодушными. Отличный вариант для сытного и вкусного завтрака. Подавать лепешки рекомендую с пылу с жару, еще теплыми. Если у вас осталось все же несколько штук, достаточно их будет подогреть несколько секунд в микроволновке, лепешки останутся все такими же нежными и ароматными. Перед подачей поливаем лепешки любым сладким сиропом и украшаем малиной. Очень вкусно с чаем, кофе или молоком. Такой десерт понравится и детям, и взрослым. А как приготовить лепешки с малиной и рикоттой, смотрим ниже. 1. Подготовьте все ингредиенты. 2. В глубокую миску переложите рикотту. 3. Добавьте яйцо, соль, сахар и ванилин. 4. Перемешайте, добавьте муку и разрыхлитель. 5. Перемешайте все еще раз. Возможно, муки уйдет чуть больше, чем указано. Тесто должно быть достаточно густое и вязкое. 6. Влажными руками возьмите небольшую порцию теста, обваляйте в муке и сформируйте небольшую лепешку. 7. Обжарьте лепешки на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. 8. Перед подачей украсьте каждую порцию любым сиропом, у меня шоколадный, и свежей малиной. Я добавила еще листочки мяты. Лепешки с малиной и рикоттой готовы. Очень нежные, вкусные и ароматные. Приятного аппетита!